Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Карма рода может убивать членов рода. Так гласит мое изречение под номером 69 в списке изречений Даувира Шакиржан. И это свое выражение я говорю тогда, когда объясняю людям, что такое карма рода. Насколько серьезно карма рода может влиять на судьбы людей? На каких глубинных уровнях это может происходить? И карма рода действительно может убивать членов рода. То есть есть такой род, где люди долго не живут. Ну вот можно проследить, да, вот дед погиб, отец погиб, сын погиб. Причем это может происходить примерно в одинаковом возрасте, где-то 30 лет, да? Потом сын погибает, после сына это может коснуться и внука, и так далее. То есть они только успевают там, вот появился ребенок, и он дальше растет без отца. Потом, почему? Потому что члены рода погибают. И это может быть следствием того, что есть конкретная кармическая структура, которая блокирует членам рода вот жизнь после определенного возраста. Ну, к примеру, вот 30 лет. И все члены рода, ну, например, по мужской линии, будут погибать 30 лет. И вот такая ситуация, она может длиться бесконечно. Да, есть выход из этой ситуации. Можно обратиться к специалисту, который может работать с кармой рода. И тогда такой специалист возьмет, просто уберет такую структуру из поля рода, уничтожит, очистит таким образом поле рода от такой вот кармы. И тогда род вздохнет с облегчением, члены рода будут жить долго, счастливо, растить детей, вот. Имеют возможность вырастить детей, увидеть внуков, может быть, даже до правнуков доживут и внуков вырастят, да? То есть вот можно избавиться от такой кармы рода, обратившись к специалистам высокого уровня. Вот это я и пытаюсь донести до людей, когда говорю свое вот это изречение. Карма рода может убивать членов рода. До свидания, до новых встреч.